Потому что, смотри, вот видишь линия, да? А, плечи. Вставай боевую стойку ко мне. Ко мне лицо. Ну, да, а что плечи пойдут? Во, во, висят, умница. Вот сейчас, смотри, опусти пятки. Вот сейчас у тебя узкая стойка, так называемая, но стопы параллельно. Вот посмотри, у тебя она правильная, хорошо. Но у тебя пятка и носок передней ноги, видишь, стоят на одной линии, да? Выпрямись, встань выше на ногах. О! Тебе влево или вправо, видишь, неустойчиво. Правильно? То есть на, вот на этой узких ногах это минимально устойчивое положение боевой стойки. Пятка и носок передней ноги на одной линии. Вот на них, на этой стойке, это хорошо, когда у тебя, блин, Рашидик, плечи. Это когда у тебя противник что, ниже тебя, да? Ты его так выставляешь дальше переднюю ногу, выставляешь дальше переднюю ногу, во. Вот. И ты в этой стойке вот его так, к себе не даешь подойти, у тебя амплитуда вперед-назад. Согласен? Но влево или вправо, видишь, неустойчивый. Понятно? Вот узкая стойка как раз имеется для того, чтобы вот поставить дальше переднюю ногу, вот залазить, но правая нога всегда под тобой. Понятно? Если у тебя более высокий противник, или тебе нужно по сторонам движение делать, или уклона, в этой узкой стойке ты не можешь амплитудное движение сделать, ударное. Потому что узкое положение, то есть у тебя вот здесь получается, всего лишь вот это расстояние. Это ширина, половина ширины твоих плеч. Видишь? То есть ты не можешь здесь делать амплитудное движение, тем более на носках крутиться. Поэтому нога правая шире становится, и у тебя сразу появляется здесь ширина плеч фактически. И здесь ты уже можешь и уклоны делать, и корпусом сюда качать, и подсесть, и бедро разворачивать со спиной до конца. Понятно? Точно? Покажи узкое положение, да. То есть где у тебя противник, да, вот он дальше тебя. Дальше переднюю ногу, состав, во, вот он ты, как бы, вот-вот ты на него подсел. Вот, представляешь, что ты сейчас 1,95 м, да? А противник перед тобой я, 1,70 м. То есть ты на 15 метров выше меня, туда передней рукой, так, запих, да, запих, да, во. Во, дальше, дальше левую ногу, как бы сам на задней ноге, во. Во-во-во-во. Вот здесь. А теперь пошире ноги поставь. Еще чуть правую, правее. Правее, не назад, а правее. Во. Вот как проверять? Смотри, опусти кулак. Ну, отойди в сторону. Опусти кулак. Вот ты хочешь развернуться, да? Видишь, твой кулак здесь. А носок где? Вот кулак должен быть под носок под ногой. Во. И вот теперь у тебя плечи и ноги в одной плоскости. И здесь квадрат, смотри, какой появился. Видишь? Во. Свободно руки, вот. И теперь ты можешь и сюда сделать движение, и сюда, и правый прямой, ну-ка с бедром. Вверх, оп, вращение. Длиннее. Во, вот, вот туда, разворачивай. Во, скрутил бедро, выпрямляй ноги. Вот, ты наклониться можешь дальше. Вот, видишь, плечо на носок ноги упало, во. Молодец, пойдет. Понятно? Да. Чуть-чуть ногу левую, вот вперед можешь поставить. Вот тебе вперед-назад, вот амплитуда твоя. Понятно? А здесь уже шире пошел, оп, туда, здесь, здесь нырочки пошел. В этой стойке нырочки тяжело делать. Понятно? Все, молодец. Вот эту работу запомни мне.